Безопасности полной нигде не найти. У смерти реестр из причин больше тысячи. Огонь, земля и вода готовы тебя поглотить, и страхи в мираж безопасности тыщутся. Опасности в нас, грозный флаг ненадежности. Привидится нам микроскоп, телескоп, тебе расчленят чародеи, ученые, съежишься. Так что же выходит, я червь или клоп? Нельзя ничего удержать на подъеме, заслуженный вечер продлить нам хотя бы до утра. Опасности больше всего и в потемках, и столько же, сколько нам тяжких утрат. Барьеры на крыше, перила у ямы, решетками мы козыряем небедно. Дорога петляет, не тянется прямо, герой возле пропасти выглядит бледным. И вот словом Божьим меня осенило, поверить всему содержанию книги. В печах Бухенвальда я вновь с Даниилом, ров с дикими львами по вере достигли. И там, в полуаде, оболганной в смраде, опутан, но чудом с Христом воскресаю. И там безопасность к лопаткам приладим, без Бога там жалких огарков мерцания. С Христом и в плену, и в тюрьме срок бессрочный. Снова отсчет отщелкивать станет. Не мерь с колокольней болотную кочку, с Иисусом и кладбище лучше, чем спальня. Пусть атомный смерч нас сумеет посечь, так что ж из того, если души спасутся? Сгорит шар земной, брошен в жуткую печь, на облаке души, спасенных с Иисусом. Безопасность же полная, даже навеки, обещана всем, кто соединился с Христом. Реаниматор безбожий не смог докумекать, а воскресение мертвых делит о самом простом. 25 августа 2010 года.